Здравствуйте, меня зовут Илья. Мы находимся в ресторане «Дача». И сейчас я покажу, как готовить салат с курицей и вялеными томатами. Для этого салата нам потребуется куриное филе. Далее будет у нас два соуса. Один луковый. Туда идет зеленый лук, подсолнечное масло, горчица, винный уксус и сахар. Далее сделаем глазурь из бальзамического уксуса, портвейна и меда. Для начала мы замаринуем куриное филе в перце, соли, добавим немного подсолнечного масла. Оставим в сторону мариноваться. Далее сделаем глазурь. Для этого возьмем сотейник, добавляем в сотейник сахарный песок, бальзамический уксус, портвейн и мед. Ставим на плиту и будем выпаривать примерно в 3-4 раза. Пока глазурь готовится, приготовим луковый соус. Для этого берем зеленый лук, разрезаем его на 4 части, закидываем в стакан, добавляем сахар немного, винный уксус, дижонскую горчицу и подсолнечное масло. И взбиваем блендером до однородного состояния. Соус-глазурь выпарился. Вот консистенция меда. Соуса готовы. Теперь нам осталось обжарить куриное филе. Сковородку разогреваем, наливаем немного масла. Обжариваем с двух сторон. Курицу обжариваем с двух сторон по 3-4 минуты с каждой стороны до готовности. Пока курица жарится, нарежем томаты вяленые, которые пойдут в салат, небольшими полосками. Вот этого нам хватит на салат. Теперь сама подача. Берем тарелку, берем ложку, берем сливочный сыр и тыльной стороной ложки наносим на тарелку, делаю вот такие мазки. Берем соус из зеленого лука, выкладываем в центр тарелки, берем листья салата, добавляем вяленые томаты, немного оливкового масла, перемешиваем и выкладываем в центр тарелки. Куриное филе готово. Нарезаем его ломтиками и выкладываем его на листья салата. И сверху выливаем глазурь. Все, листья салата с куриным филе и вялеными томатами готовы. Приятного аппетита!